Обратите внимание, друзья, скажем, тайфуном, циклоном эта ямка расширяется. И скоро я могу увидеть Соединенные Штаты Америки и с удовольствием на них пописать. Друзья, это верная примета. Как увижу такую женщину таких размеров, то к дождю. Приветствую вас, друзья. О, муха, вон сидит. Ну, короче, я хочу сообщить вам всем приятнейшее известие. От меня отписался еще один человек. Друзья, ну я всем говорю, вы что думаете, я так сильно переживаю, но я это говорю только тем, которые меня смотрят сами по себе, для себя, не для чего-то там, ради подписки, ради чего-то там. Ой, мне подписки, я поначалу-то гонялся за подписками, понимаете, тоже потом в эти программы разные лазил. А потом понял, когда мне один мой друг из интернета сказал: а ты, говорит, не гоняйся за этими подписками, говно, говорит, отсеется, останутся самые верные. Золотые слова. Вот. И если те, кто отписался, услышат меня еще и обидятся, то моя жизнь сократится еще на 2 дня. Я проживу 39 лет, 363 дня. Вот так вот. Так что, друзья, если хотите отписаться, отписывайтесь молча. Меня это ни капли не задевает, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Я ни капли не переживаю. Кто хочет, тот то и делает. Но так человек устроен, так положено человеку. Вот. А еще мне вчера понравилось из этих, из комментариев, один самый первый написал. Он меня, короче, осудил простейшую истину, которую самые лучшие в мире политработники всегда говорили. Агитаторы за кандидатов, они говорили: ну ты не проголосуешь, другой воспользуется, поставит за того, хотя надо за этого, ну типа этого, понимаете? Он такой наивный человек, я понимаю, хотя очень образованный, похоже. Он думает, что я совсем дуб и ничего не понимаю в политике и так далее. Я в том смысле аполитичный, что я на всех политиков свою письку положил. Они мне совсем не интересны. И это очень давно. А кто кем у нас в правительстве работает, я знаю. Но меня это тоже мало волнует. Совершенно не волнует. Я им не завидую, понимаете. Даже в том, что они хапают много бабла, понимаете. В этом мне вообще зависти нет. Я то, что имею, мне вот так хватает. Представляете? В общем, второй человек, который вторым написал комментарий, он его поправил. Говорит: да ты правильно слушай, о чем человек говорит. А тот не послушал и начал меня морать, как истинный политработник. Понимаете? Я всегда любил политработников, потому что я моряк. И когда политработников отменили, я вот типа анекдот расскажу. Отменили политработников на судах, на кораблях. Ну, вопрос сделали. Ну, как вы думаете насчет помполитов? Нужны они на пароходах или нет? Ну, комиссары. У одного моряка спрашивают, говорит: да пусть они в гробах плывут. А ему говорят: ну как, ну есть же хорошие помполиты. Он подумал, говорит: ну хорошие помполиты, пусть в хороших гробах плывут. Понимаете, я их никогда не любил, не уважал. Ну, в смысле, за их деятельность. Я сам могу, ну, бухтеть сколько угодно, похлеще даже любого политработника, только главное тему дайте, представляете. Так что меня не удивить. Ну, в общем, еще раз прошу, друзья, отписывайтесь молча. Если кто-то сильно высокого мнения о себе и думает, что если он отписался и мне станет плохо, то это явно хохол. А не кинись, как я.
Да я не хочу Хохлова обижать. Чем мне Хохлова обижать, если они сами себя обидели своими действиями на Украине? Смотрите. Я вот, что бы я на них обижался, я вот при советской власти, когда служил на краснознаменном Черноморском флоте, я две хохлушки любил. Одну в Севастополе, вторую в Николаевской области. Представляете, и может быть, я предполагаю, вполне вероятно, любовь – дело тонкое и нехитрое. И, может быть, два хохла или хохлушки сейчас прыгают там на Майдане с моими генами. И что ж теперь, а? Ну их, куда хотят. Ну все, друзья, я опять сегодня балду пинал, нечего было вам показать, поэтому я вам палец в формате сказал, а издалека доносятся удары кувалды, пролетарского инструмента. Кстати, кувалда и серпомолот сделали из обезьяны человека и потом превратили в лошадь рабочих. И это все кувалда и серп. Хочешь жни, хочешь куй, все равно получишь пенис. Это раньше при советской власти такая поговорка была насчет нашего герба. Но я, не подумайте, я не хамлю. Я по-своему люблю и Советский Союз, и Россию. Я патриот, еще раз повторяю. Я последний патриот в России. Ох, сегодня обидится опять, но я не злорадствую. Этот друг мой, который меня по информацию читал про правительство, про, особенно про Медведева, он думает, что я Диму Медведева вообще не уважаю. Я его, конечно, не уважаю. Я его не понимаю и не признаю, он для меня никто. А то, что он премьерчика и был даже президентом, это я знаю. Ну ладно. О них скучно говорить, о политике. Хотя весело, понимаете. Когда начинаешь говорить о политике, у меня настроение поднимается. Потому что политик – это полезный человек. Он смешит все население, а смех – это здоровье. Я повторялся и буду повторяться. Спасибо за внимание. Я заканчиваю, мне пора домой. А вот, вот этим глазом я вас лучше вижу, а этим хуже. До свидания, друзья. Не обижайтесь. Отписывайтесь. Друзья, а Чупакабрик еще на дереве сидит. Не хочет никуда улетать. Он, оказывается, не помер. Ему нравится на каменном попеле сидеть и кайфовать. Вот он здесь устроился и будет, наверное, долго еще. Вот такие вот доисторические животные у нас еще водятся в Приморье.